spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена серия спиннингов под названием Stick. Ее производителем является компания Farsesh. Это достаточно обширная линейка, в которой каждый может найти свою модель для ловли различного хищника на всевозможные приманки. Давайте поближе рассмотрим экземпляр длиной 270 см и тестом от 5 до 25 граммов. Серия Stick достаточно многочисленна и включает в себя десяток моделей. Среди них представлены варианты от класса Ultra Light до Heavy. Главные характеристики, такие как длина в футах и более привычных на метрах, а также тест по используемым приманкам, нанесены на бланке ближе к комлю. Удилища состоят из двух частей со штекерным соединением типа Put Over. Для их изготовления выбран материал от компании Mitsubishi. Строй заявлен как Fast, то есть быстрый. Такие характеристики делают серию практически универсальной. Для оснащения применяются кольца Webber из серии KR Concept. Их рамы выполнены из нержавеющей стали, а благодаря вставкам из оксида титана можно использовать не только монофильную леску и флюорокарбон, но и различные плетеные шнуры. Для фиксации крючка приманки предусмотрен нескладной хук-кипер. Он сделан в виде компактной металлической петельки. Удилище оснащено катушкодержателем с верхним расположением гайки. Она стилизована под карбон и обеспечивает надежную фиксацию без инерционной катушки. У данной модели анатомическая рукоять имеет цельную конструкцию. Ее длина помогает обеспечить упор в предплечье спиннингиста, что особенно актуально во время продолжительных рыбалок. В качестве основного материала использована пластическая пробка. На торце мы видим прорезиненную заглушку, называемую баткэпом, с изображением логотипа производителя компании Farsesh. Для хранения серия Stick комплектуется чехлами из плотного материала, где указаны главные характеристики каждой модели, такие как длина и тест. Сам футляр состоит из двух отделений. В одном находится комлевая часть, а в другом – вершинка. Закрывается клапаном с текстильной застежкой. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.